Друзья, всем привет! С вами канал Просто Кухня. Спасибо большое, что вы с нами. Сегодня мы с вами приготовим очень быстрые и вкусные пиццы с помощью матнакаша. Матнакаш – это армянская лепешка, не очень толстая и не очень тонкая. Разрезаем ее острым ножом вдоль пополам. Затем берем противень, застилаем его пергаментной бумагой. И выкладываем обе половинки матнакаша на противень. Они вот как раз помещаются в стандартный противень для духовки. Дальше на каждую половинку я выкладываю по 2 столовые ложки сметаны. И с помощью ложки равномерно распределяю сметану по поверхности каждой половинки. Тесто здесь не толстое и не тонкое. В самый раз для пиццы. Затем добавляем кетчуп, ваш любимый, и тоже с помощью ложки или кисточки распределяем равномерно по поверхности. То есть из одного матнакаша мы с вами получим две разные пиццы. Одна для взрослых, в нее я добавила красный лук и болгарский перец, то, что не любят дети. И вторая будет детская. Теперь копченая колбаса. Можно порезанную кружочками. У меня порезана соломкой. Ее добавляю на обе половинки. Затем пойдет слой из нарезанных кружочками помидоров. Тоже на обе половинки. Теперь немножко рубленной зелени, ее тоже добавлю на две половинки. Здесь уже по желанию и по вкусу. У меня укроп и петрушка. И еще на взрослую пиццу я добавлю свой сушеный базилик. С помидорами сочетание просто умопомрачительное, без него никак. И завершающим слоем у нас пойдет потертый на крупной терке сыр. У меня сыр моцарелла для пиццы называется. Также на обе половинки добавляю. И ставим это все в разогретую до 180-200 градусов духовку на верхнюю полочку, для того, чтобы просто расплавился и подрумянился сыр. И все, наша пицца готова. Сейчас дадим ей чуть-чуть остыть, чтобы не обжигаться. Режем на порционные кусочки и зовем всех к столу. Друзья, я желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите и другие наши видео. А я всем вам желаю крепкого здоровья и удачи. Пока-пока!